С известными северодвинскими ветеранами физкультуры и спорта в преддверии Нового года встретился мэр Михаил Гмырин. За чашкой чая обсудили плюсы и минусы не только спортивного года, но и многие другие вопросы. Михаил Гмырин предложил наладить связь между поколениями. На 2017 год запланированы встречи с юными воспитанниками спортивных школ. Молодежь должна знать традиции северодвинского спорта и главные вехи ее истории. Владимир Петров может поведать и о настоящем. Накануне ветеран вернулся с международного турнира по теннису, где завоевал серебряную медаль. Забота от мэра города, от руководства Горспоркомитета города Северодвинска, а всего персонала, который показывает, обслуживает, что советский спорт и никогда не был в упадке, никогда им не будет. Светлана Ручьевских проводит свое время на стадионах, судит на многих соревнованиях. Наряду с ней и ветеран спорта РСФСР Нина Зайцева. Она воспитала не одно поколение пловцов спортклуба «Север». А также самый опытный волейбольный рефери области, в прошлом великолепный игрок Борис Улановский. В разговоре Михаил Гмырин отметил, что в игровых видах необходимо возвращать былые традиции. Тем более, что возведенные и отремонтированные спортивные объекты этому способствуют. Первая встреча ветеранов спорта с юными воспитанниками ДЮСШ запланирована на начало 2017 года.